технопарке «Кванториум» сегодня многолюдно. Здесь собрались полсотни школьников, чтобы поучаствовать в городском турнире и продемонстрировать свои знания в математике и логике. Пока одни регистрируются, другие готовятся к предстоящим интеллектуальным испытаниям. Разделить на 4-5, потом умножить на 3-15 и вычесть 5, равно 10. Короче, все в обратную сторону. Для логики просто примерно представить, какие задачи будут, разбираем некоторые задачи. Что вам предложили? Задачки разные. Что-то вы уже отгадали? Ну да, несколько решили. Сложно? Ну, средненько. Ну, есть, которые сложные. Попробовать свои силы в таких испытаниях и посоревноваться в логике сегодня решили ученики из 7 школ городского округа и секции технопарка «Кванториум». Педагоги уверяют, подобные мероприятия очень полезны и важны для детей. Конечно, это большая возможность для детей показать себя, развить свои математические и логические навыки. Большое спасибо, что проводят такие мероприятия. Дети с радостью принимают участие, для них это опыт. Городской турнир по математике и логике проходит в Первоуральске уже во второй раз, организаторы отмечают. Их главная цель – показать школьникам, насколько интересной и разнообразной может быть математика и как важно развивать логику. Ведь пригодиться эти знания могут не только в стенах школы. Математика в школах примерно у всех одинаковая. Мы постарались провести такой турнир, не основываясь на школьную программу, а именно основываясь на жизненные какие-то ситуации. Поэтому здесь совмещены не только математические задачки, но и жизненные задачки, направленные на логику мышления, на развитие таких качеств. Задачки, решение кейсов, жизненных ситуаций, где нужно проявить логику, сбор головоломки на время. Участники переходят от одного задания к другому с большим азартом. Кто это поставил? Головоломки. Вот, вот, хорошо, да, пошла. Цифра 5. Сложно было собирать головоломку? Да. Почему? Ну там сложно. Потому что сложно. Получилось ее собрать хоть немного? Да, получилось. Не сразу, да, поняли? Нет. Вообще интересно сегодня? Да, сегодня интересно. Городской турнир по математике и логике будет проходить в Первоуральске еще 2 дня. Завтра соревнования продолжатся в стенах лицея номер 21, а в пятницу снова в технопарке «Кванториум» в инновационном культурном центре. Кристина Сипьева и Владимир Махмутов. Интер ТВ.